учим математику, физику, инженерию, но в такой простой игровой форме в виде лего. То есть это такой прогрессивный способ педагогики. Не то, что сейчас в школах часто по старинке повторяют, заучивают. То есть мы учим теорию какую-то определенную, да, какой-то простой механизм. И делаем его на практике, чтобы дети сразу видели, как это можно реализовать в жизни. И они тогда со временем, делая стиральные машины, миксеры, роботов разных, кран, например, как сегодня. Мені тут дуже подобається на уроці ігротики. Ми складаємо кран. Ми дивимось по схемі отакі. І вже ми зробили великий результат. Я взагалі вперше в житті на такому уроці. І тут дуже реально цікаво, тому що я фанатка Лего і зараз проєкт. Музика.